Тимоша всю дорогу сейчас спал, вот он проспал почти 4 часа, очень классно. И сейчас проснулся, мы решили остановиться, его нужно переодеть, маме покормить. И мы решили остановиться покушать вот в таком ресторанчике Денис. Вы можете видеть. Потом поедем дальше. Такой хороший ресторан. Но тут пусто. Сейчас, наверное, не время. Все работают. Нам тут принесли кофе, кримера. Тут вот всегда стоит сахар. Пролил кофе. Тут стоит сахар, соль, такие джели, джем. Это для этих, для оладьев. И вот тут кетчуп есть. Детям обычно в таких местах вот дают такую раскраску. То есть карандашики дают и раскраску. Всегда можно пораспрашивать. Для деток, да. И Ева заказала себе шоколадное молоко. So the baby, for the older baby, we'll get the chicken nuggets with French fries. Okay. Does it come with two sides or one side? Just one. Just one. Okay. Ханечка. So no goldfish. Yes, либо French fries. Смотрите, нам принесли еду. Это детская. Это мое. Это мы будем все есть. А это Танина. Looks awesome. И мой. Thank you. Юсь, не прыгай. Это мой любимый яйца. Твои любимые яйца такие любимые, что ты их даже не ешь. Чтобы вы примерно представляли, сколько вот этот обед стоит, вот можете посмотреть цену. Смотрите, везут лодку впереди. Она замотана вот такой вот таким пластиком. Туда, чтобы ничего не дуло, ничего, видать, не ломалось, ничего не грязнилось. Ну вот. Это такая большая лодка, я такие редко вижу. Обычно маленькие такие, катера так возят. А вот тут, смотрите, это машина сопровождения. Она обязательно должна быть, потому что лодка шире, чем, короче, можно просто так возить. И вот, смотрите, везут. На грузовике. Если вы видели видео, где я встречаюсь с друзьями, у которых 5 детей. После нашей встречи они мне прислали ссылку на один фильм. Называется «Однажды 20 лет спустя». Мы там разговаривали, если вы помните, о многодетных семьях и сколько там детей у них, у всех. То вот он мне скинул. Это очень интересный фильм. Он старый, но прямо очень интересный. Я вам очень советую, если вот у вас или есть дети, или вы думаете о детях, и там просто вот вам интересно. Ну, такой добрый старый русский фильм. Короче, советую вам посмотреть. Я поставлю ссылку под видео, то посмотрите. Смотрите, ребята, я тут в прошлый раз снимал, что вот мороженое есть. И мы зашли сейчас опять на обратном пути в похожую заправку. И здесь тоже вот мороженое можно взять. И самое главное, что я увидел интересную штуку. Смотрите. А детям до 12 лет это мороженое бесплатно. То есть мы его сейчас хотим набрать девочке. Ну и себе тоже возьмем. Давай.
все, хватит. Хватит. Какой еще? Печенька. Печенька? Давай. Вот, тут нарисовано, смотрите, какое. И тут нажимаешь, и оно само падает. Все. Все. Чуть-чуть я хотела. Да. Еще опасен. Все, больше нет. Так, а теперь смотри, здесь можно всякие вот добавки взять. Какие ты хочешь добавки? Переложишь? И можешь положить. Все, 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 больше не надо. Давай что-то еще положим. Да, давай. M&M's. Ой, ой, ой. Ну все, все, ладно, пускай упали. Покупали. Ну давай, еще одну. Что за лягушка? Давай что-то другое, это какая-то лягушка. Вон, с той стороны, вон, смотри, что-то интересное. Я хочу. Вот, давай. Только чуть-чуть, не так много. Вот так, все, хватит. Да, хватит. Все. А теперь мы держи. Вот так. Взяли мороженое. О, вот мы взяли 3 нам на всех. Тут вот разные положили. Тут я себе взял одинаково и вот Еве. Приехали домой. Сейчас слышу, кот мяукает. Вот кот живой и невредимый. Только мяукает. Да, Даша? Все, соскучился. Все, ребята, мы дома. Разгрузили машину буквально за 10 минут. Менее драматично, чем сборы, все просто. Сейчас вот мы тут первым делом насыпали коту поесть, он поел, потом почистили горшок, тут сильно так он много покакал, странно, есть нечего, а какал так, как будто ел всю дорогу. Сейчас вот разгружаем вещи, кидаем их тут у нас вот в стирку и будем стирать, сушить. В принципе, все предсказуемо, все как бы понятно. Сейчас вот тоже тут посуду, еду разложим, которую остатки привезли. В общем, все, путешествие прошло отлично. Тимоша на обратном пути вообще классно, поспал первый раз 3,5 часа. А проснулся, мы остановились, покушали в ресторане. Покушал он хорошо, лег спать. И вот остаток он пути тоже спал, прямо проснулся около дома. В общем, идеально получилось все. Поэтому так, ну вот, сейчас сейчас будем потихоньку приходить в нормальный режим.